Всем привет, дорогие зрители! Нашел для вас трехкомнатную конфетку на улице Барбаросса. 105 метров до моря, дорогие зрители. Вот такая квартирка, конфетка. Цена этой квартиры, сразу скажу, 89 тысяч евро. 2 плюс 1. Обставлена под ключ. Вот конфетка, просторная гостиная, совмещенная с кухней. 115 квадратных метров брутто, жилая площадь. 100 квадратных метров жилая площадь. Просторный балкон гостиной. Иду-ка я так. Затем здание моря. Я спущусь вниз. Тут есть бассейн, зона барбекю и ухоженный сад. Вот такой просторный балкон. Улица Барбаросса. Вся инфраструктура рядом. Так. Верхний этаж проекта. Не низкий этаж. Здесь у нас прихожая, такая просторная прихожая, тут у нас детская спальня, тут у нас вот шкаф, 12-13 квадратных метров это комната, жилая площадь такая тут. Здесь у нас санузел, бытовая техника вся Altos, проточный водонагреватель фирмы Siemens. Санузел тоже просторный. И тут у нас хозяйская спальня, тоже с санузлом. Так, вот еще один санузел, душевой кабинкой. Две спальни, два санузла, два балкона. Здесь минимум 15 квадратных метров. Такая квартирка. И здесь у нас просторный тоже балкон, не маленький. Вот. Это северная сторона, а тот балкон, где была гостиная, восточная сторона. Спущусь я теперь вниз. Так. Чтоб отснять открытый бассейн. Вот здесь такой коридор. Две квартиры там, две тут. Четыре квартиры на этаже. Есть два лифта. Айдат у этой квартиры 100 лир. Я спускаюсь вниз. Здесь два лифта, вместимость в каждую 2-3 человека максимум. Такой вход в этот жилой комплекс. Здесь у нас подземный проход к бассейну. Это очень важно. Здесь переодевалка, санузел. Вот сад у нас, бассейн такой просторный, там душевая часть, и в том конце у нас зона барбекю. Хочу подвести итог. Дорогие зрители, квартирку вы увидели, она находится в восточной стороне, а также одна спальня уходит на северную часть. Цена этой квартиры 89 тысяч евро, айдат здесь 100 лир. Все, если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Всем, все, с вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.